Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАП ТВ. Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Мое идеальное нижнее белье – «Интимиссими». «Интимиссими» – роскошное нижнее белье для женщин и мужчин. Пожалуй, лучший подарок в наше время. Макси, Шилова 100. Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Во вторник в Чите будет переменная облачность, ветер северный до 7 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит минус 6, минус 8. Днем нас ожидает 3 градуса тепла. На этом у меня все. Всего вам доброго и до свидания.